Прием-прием, друзья! На связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Меня всего сейчас просто распирает, потому что у меня для вас есть просто супер сногсшибательные новости. И да, прямо сейчас небо такого необычного цвета тоже не просто так, все это связано сегодня со мной. В общем, если вкратце, то я получил способности превращаться в настоящего оборотня в Майнкрафте. То есть я не только выгляжу как оборотень, у меня появляются его суперспособности. Какие именно, ты сегодня обязательно узнаешь. Хочешь посмотреть, как я выгляжу? Ну, в таком случае, 3, 2, 1. И я становлюсь вот таким вот зверем. В общем, я думаю, то, что пока что я нахожусь в таком облаке, и пока что у меня есть эта суперспособность, я попробую ее использовать для того, чтобы также потроллить сегодня своих друзей. Я думаю, то, что получится максимально круто. Вначале я их попугаю, но потом расскажу, что вообще происходит и что мы будем делать дальше. Потому что сегодня у меня есть небольшой план, что я хочу сделать. Я пока что все-таки стану Шадименом, потому что я реально какой-то слишком грозный в этом виде. Но ты, кстати, прямо сейчас поставь настоящий лайк оборотня под этим роликом и жми на красную кнопку подписаться. Ну что же, погнали посмотрим на реакцию Лески и Нубика. Приятного тебе просмотра. Быстрее, быстрее, нужно успеть. Я должен им все рассказать, только как я это сделаю, я не знаю. Леска, Нубик, открывайте дверь, скорее, тут мутантов много. Так, что там случилось, Шиди? Все. Шиди, наконец-то успел. Слушай, мутантов много? Да, я бежал вообще как мог, просто. Ночью? Меня еще ранило там немного. Я не знаю, сегодня ночью просто какая-то дичь происходит, честное слово. Давай, аптечку, я пошла за аптечкой. Мутантов очень много, просто огромное количество, я не знаю. А, да, еда, еда у вас есть? Мне нужно покушать что-нибудь. Есть еда. О, сколько у вас еды здесь? Сколько здесь у вас еды? Это то, что надо. А что случилось-то? Так, мясо, мясо. Хочу больше есть, мне нужно больше мяса. Прям много-много-много мяса всякого. Почему мясо? Что случилось? Что такое с тобой? Ты что, не ел 3 дня, что ли? А? С тобой все нормально. Ты 3 дня не ел, ты что так, мясо? Мясо вообще, почему? В смысле, какое мясо? Я говорил мясо, я говорю, кушать хочу просто, типа, нет. Ты говоришь мясо, нет, ты говорил мясо. Ну ладно. Чем-то пахнет здесь. Чус, в доме какой-то непонятный запах есть. Откуда запах? Ты чего не чувствуешь? Чувствую, тут она водишь. Да я не знаю, у меня, короче. Ладно, на самом деле, короче, у меня очень для вас есть важная новость, короче, садитесь. Я не знаю, как вам это сказать, поверите вы в это или нет вообще. Я без понятия. Мне уже страшно. Короче, я не знаю, как это произошло. Это случилось буквально вчера. Я вот поэтому меня не было, короче. Я когда утром проснулся, сначала мне показалось, но я как будто бы начал замечать какие-то вещи, которые я раньше не замечал. То есть у меня обострился слух, я начал чувствовать запахи, короче, тому подобное. Я стал бегать, я вообще не устаю бегать, короче. Я не понял, что со мной произошло, но когда наступила ночь, то произошло еще что-то более непонятное. Что произошло? Говори прямо. Вы готовы? Жеди, что случилось? Я не знаю. Смотрите. Подожди. Ты можешь просто сказать? 3, 2. Короче, 1. Ой, это что такое? Уходи, ребят, скорее, ты чё? Не бойтесь, да не бойтесь меня. Быстрее! Тихо, ты какой оборотень? Это я, Шадимен. Я не знаю, как это происходит. Тихо, да стойте, я вас не трону, реально, типа. Так, Шади, давай ты там встань, а мы вот тут будем, пожалуйста. Да ладно. Ой, куда ты, не уходи, стой там. Да стою, я не могу. Короче, вот это происходит со мной постоянно. Ладно, короче, это была просто обычная деревня. Я зашел в дом и увидел то, что там, короче, кто-то стоит, но я думал то, что это сделал человек в костюме. Вот, видимо, с этого все и началось, когда я с утра проснулся и вот это все-то заподозрил. Меня этот человек, он как будто бы задел, короче. Я сначала думал, ты какой-то клоун, типа, переодетый, но это, походу, был реально настоящий, вот такой же, как я, оборотень. Подожди. Это что, так работает, что ли? Тебя вообще просто задели? Это можно как-то вернуть обратно? Ну, Бек, подожди, Шеди, если ты сейчас нас заденешь... Подожди, не трогай. Я не могу! Ой, вот это то, что еда, когда я нахожусь в состоянии оборотня, я ничего даже в руках, в своих лапах держать не могу! Прячьтесь, скорее! Это все мутанты, они за меня все здесь! Нубик, спрячься, они за меня здесь, не за меня! Ой, что это? На тебе! Давай, скорее за оружием! Так, аккуратней! За меня не беспокойтесь! Я его возьму на себя! На тебе! На тебе! Получай! Получай, скелетотина. Так, да что ж ты делать-то будешь? Сюда иди, слышишь ты? Так, ребят, тихо, все, я друг на других. Да, у меня есть способности, я сейчас все расскажу, ребят, я домой захожу. Подожди, получается, ты их притягиваешь, да? Шеди, хочешь такое? Все, тихо, ребят, я человек. Шеди, я тут устояла. Короче, ребят, в чем главная проблема? Когда я оборотень, никогда у меня не суперспособности,
для того, чтобы быстро бегать, прыгать и тому подобное, мне требуется огромное количество еды. Но я не могу есть, пока что я не стану человеком, понимаете? То есть мне постоянно приходится находиться в этом пограничном состоянии. Подожди, так это вредно, это опасно, ты же туда-сюда, туда-сюда. Я не знаю. Мне кажется, это очень плохо. Но это еще не все. То есть пока ты не станешь человеком, ты помимо вот этого, я могу делать еще вот так. Да ладно, смысл? Ничего себе, ты даже а еще как можешь? Я могу становиться даже собакой. Волком, я реально даже собакой могу становиться. Собакой оборотней, вот это да. Шеди, смотри, там, смотри, там мутант смотрит на нас, прям, я так... Подожди, так, Нубик, а что делать? Иди отсюда! Надо его возвращать. Проваливай отсюда! Ничего себе. На тебе! Они сейчас всех свинок наших... Вот эти вот зомби, я не могу себе справиться, они необычные. Нет, пожалуйста. А еще я терпеть не могу серебро и так далее. Я серебро теперь просто не переношу, меня воротит очень сильно от него. Почему? Потому что оборотни серебро не переносят. Из-за чего? Я не знаю, как это работает. Так, и в чем главная проблема? Его терпеть не могут. Есть такие люди, которые охотятся на оборотней. И за мою голову назначена огромная стоимость. Так, все, короче, ребят, либо сейчас срочно нужно отсюда, собираем вещи, уезжаем куда-то в лес. А, еще что? Не-не-нет, в лес нельзя, в лес нельзя. Вы мне поможете, мы отправимся с вами в эту деревню, и мы этих охотников на оборотней всех накажем. Да. Подожди, но тебе-то как поможет? Ты разве вернешься обратно? Я не знаю, это уже другой вопрос. Для начала нужно нейтрализовать угрозу. Так, у вас есть сырое мясо? Мне нужно сырое мясо, я еще не все рассказал. Есть мясо, есть сырое. Давайте спустимся. Слушай, ну ты... Шеди, ну чё так вляпался? Ну это кошмар какой-то. Шеди, я не знаю, что со мной. Стой, Шеди, слушай, вот, как же так не повезло? Я могу превращаться. Когда человек, я могу использовать оружие, но как только я становлюсь оборотнем, оружие у меня просто валится из лап. В прямом смысле этого слова. Получается, то есть ты будешь он не может так с оружием. Смотрите, видите меч в руке? Он реально сейчас... Он просто вываливается, смотрите. Я... Не можешь, да, вот, отойдите в сторону, отойдите. Видите, я его беру, он у меня вываливается, я не могу в руках держать. Вот он само вот это все происходит. Но как только я человек, он берется и нормально работает. Еще. Слушай, я могу призывать таких же, как и я. Они почему нас не трогают? Они вас не трогают, потому что вы мои. Я потому что распознаю все это дело, как оно работает. Шеди, а если ты нас потом так вот... Нет, такого не произойдет. Если только вы не станете охотниками и не начнете всякое серебро носить. Мы не носим... Так... А ты можешь вообще не превращаться в оборотня, если ты это контролируешь как-то? Могу не превращаться, но... Да. Эти охотники, они знают, они как-то чувствуют. А для того, чтобы не их одолеть, мне нужно стать оборотнем. Потому что когда я оборотень, я могу высоко прыгать, я могу лазить по стенам, могу прыгать супер далеко, могу призывать этих собак, а также меня просто боятся все обычные жители в деревне. Хотите это проверить? Пойдемте покажу. Так, надевайте броню, Нубик, надевай броню, бери все оружие, сразу все забирайте. Давайте. Так, оружие, кстати, у меня уже есть меч. Лук у меня, я взяла просто. Кстати, а что будет, если я броню надену? Страшного. Она тоже так, с вот меня просто держи. Следит, получается, или что? Давай посмотрим. Да, я не могу носить броню. Она с меня полностью слезает. Как это работает, я не понимаю. Это почему так на тебя действует? Потому что как, по-твоему, оборотень в своих лапах может держать что-либо? Вот так и действует. Я не знаю, Нубик, вот такая вот... У меня вопрос, как это у меня чей-то лук. Произойти просто? Нубик, возьми. Так, все, идемте за мной. А еще я вижу в темноте, давай. Кстати. Леска, дай. Давай, так, выходите, будьте только аккуратнее. Только аккуратнее сами будьте, потому что они вот здесь вот эти стрелы стреляющие, они просто повсюду. Давайте сначала с мутантами разберемся. На так, тебе. Да, получай. Давайте. Так, вот эти, они для оборотней, они просто непробиваемые. Ухожу. Так, подожди. К сожалению, вот эти зомби, они очень странные, они какие-то зачарованные, или я не знаю, как сказать. А у них еще глаза красные. Они как тоже. Будто бы что-то серебряное с собой носят, я их не перевариваю. Теперь пойдемте за мной. Вот я стрелу носил. Смотрите, свиньи меня боятся. Вы это видите? Ну-ка. Они меня боятся просто. Жесть, у них просто паника. Смотри, они сбиваются в угол. А вот криперов я могу вбивать сам. Все, идемте за мной. Идемте в деревню жителей. Ай, я опять перепутал, что ж такое-то? Слушай, Нубик, ты посмотри, сколько на него мутантов лезет. Просто жесть. Они все на меня лезут, все охотятся за мной. Я не могу, у меня стрелы уже заканчиваются. Пойдемте. Еще идет. Подожди, тут очень близко. Видите жителя? Ой, ты так быстро убежал. Так, оп, меня кто-то уже мочит. Леска, беги. Леска, беги. Кошмар. Так, где, что было с жителем? Он испугался, да? Тут житель есть, Шеди. В дом забился житель. Смотрите. Да. Ничего себе, он прыгает реально, а?
Этот не боится. Слушай, походу, давай... потому что он в доме находится и на улице ночью. Убежать просто некуда. Слушай, давай, смотрите, давай, смотрите на животных. Видите? Смотрите на животных. Они просто от меня убегают. Все. Просто все убегают. В рассыпную. А теперь показываю свои суперспособности. Внимание. Я могу лазить по стенам. Покажи. Это как? Слушай, смотри, сколько плюсов. Теперь прыжок. Это очень страшно. А теперь прыжок вдаль. Тебе не больно? Нет. Ничего себе. Видали, что могу делать? Ты... А еще суперскорость. Слушай, супер... Ой, это что? А также я могу сталкивать и у всех отправлять в нокаут. Да, если я мимо вас пробегаю, вас задеваю, вы в нокауте. Во-во-во-во, смотри, Нобик, ты как будто в какой-то... Также эти зомби, видите, я их могу просто сбивать, как игрок в регби. Вопа, и полетел отсюда. Какой регби? На тебе. Американский футбол называемый такой. А странно, смотри, ты их сбил, и этот просто идет как-то мимо меня, этот зомби. Нобик, он идет на тебя. Меня почему-то не видит. Но теперь, что касается деревни охотников. Вы готовы? Да, что? Я пойду туда с вами в обычном виде. Вот. Пойдемте вместе со мной. Нужно будет пройти туда. Слушай, наша цель ликвидировать абсолютно всех этих охотников. Пойдем. Они меня покою вообще не дают. А как они выглядят хотя бы? Они с луками. Ну, люди с луками и с мечами. Ага, поняла. Чтобы мы отключили. А, там ну, охотники, понятное дело, что они с луками. Пойдемте. Пойдемте. Пошли быстрее, этот мутант страшный. Короче, слушай, основную массу... сколько времени у нас есть? Я возьму на себя. Я, в принципе, с тебе быстро справлюсь. Для меня вы нужны для того, чтобы прикрывать меня от остальных мутантов, которые на меня охоту объявляют. Видите? Вот эти, они какие-то защищенные, они просто... Помогите! Помогаю. На тебе, получай, все, готово. Отлично. Все, продолжаем, продолжаем. Нубик, возвращайся, возвращайся, не стойте только. Он вернулся, вернулся, уже бежим. Все, бежим, 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 идемте. Свои вещи. Слушай, как быстро они тебя распознают, интересно, сколько минут? Моментально. Серьезно? А подожди, как Шеди, у них это такое не опасно? Как у охотников такое чутье быстро? Ну, охотники, они профессионалы, они знают, на кого охотятся. Нет, у меня другой вопрос, а если там будет ловушка, мы сейчас придем и просто... У вас факела, если что, есть уже темно, кстати, для вас? Есть, я-то все вижу. Есть, по-моему. Нету, Шеди, нету. Ну, более-менее я вижу, как-то небо сегодня так освещает. А это та деревня, да, Шеди? Это та деревня. Пойдемте. А. Слушай, ты собаки за тобой идут. Мы это можем пробежать армия, мимо у тебя, этих мутантов? У тебя целая стая собак. Еда, я только все время хочу есть. Я все время хочу есть, постоянно. Аккуратней. Знаешь, видимо, вот эти суперспособности, они очень много сил отнимают. Да, так ребят, и есть. Так, ребят, тут зомби атакуют. Отстаньте. Ой-ой-ой. Так, ребята, охотники в деревне. Они меня уже чуют, они меня уже чуют, мне нужна ваша поддержка. Понял, Шеди. Берите на себя зомби, берите на себя всех зомби, ладно, окей, зомби, я вам сейчас помогу. Беру, я с мечом, я пошла. Шеди, не отвлекайся, тебя могут подстрелить. Я разберусь с охотниками, все, я разберусь с охотниками, хорошо. Сейчас я приду. Шеди, я понял, почему ты... На тебе. Почему ты хочешь есть? Потому что когда ты в облике собаки... На тебе, получай. Ребята, помощь нужна, и тут очень много этих охотников. Они знали, как будто бы то, что я приду. Они очень сильные. Быстрее, Нобик! Я всю еду выронил. Я всю еду выронил. Шеди, где ты? Неважно, человек я либо еще кто-то, я все равно, короче, они меня распознают. На тебе. Слабаки. Шеди, я иду к тебе. Идите сюда. На тебе. Получай, гадина, охотник, чертов. Ого, так, есть. Слабые. Иди сюда. Ой, тут пауки пошли. На тебе. Пауки тут тоже есть, аккуратнее. Они друг с другом начали воевать, походу. Они вообще ничего. Тут очень много зомби. В сторону отходите, Аккуратнее. Помогите! Так. У меня со стрелами проблема. Охотников убегают. Я уберу охотников, бегите. Нобик, убегай в сторону. Беги. Оп, я убегаю тоже. Тут очень много зомби, все за мной гонятся. О, нет, мой меч. Стойте, охотников, походу, нет. Мне нужно залезть повыше и посмотреть пока что внимательно. Ой. Вы видите кого-нибудь? Кто это? Ой! Все зомби пропали. Все зомби пропали. Шеди, они куда-то делись. У нас получилось, только проблема в том, что я... Серьезно? Только проблема в том, что я как был оборотнем, я так и остался оборотнем. Я сейчас на церквушке нахожусь. Ты даже возле луны, посмотри, как смотрится он возле луны стоит. Шеди, все, похоже, ты так останешься на всю жизнь. Нобик, мы его потеряли, больше Шедиман не вернется никогда. Ой. Главное, чтобы не было этих охотников. А у меня же есть лаборатория, если что... Кстати, лаборатория, может, из лаборатории действительно что-то получится исправить как-то? Нобик, ты должен срочно начать разрабатывать дельку, давай быстрее, мы должны уже... Ладно, все, я человек стал. Фух. Что? Нет, это я контролирую, я просто превратился в человека. Я могу превращаться как в оборотня, так и в человека.
А ты можешь так остаться? Мы же уже уничтожили охотников. Ты можешь? Да. Я могу таким остаться, но у меня все повадки, вот это все, оно никуда не пропадает. Я не понимаю, я продолжаю, хочу есть. Мама? Хотите есть? Мне кажется, Шади, мне кажется, это постепенно иссякнет. Мы же уже пойдем. Причину и все как бы устранили. Капец, я не могу прямо, капец, оно постоянно это происходит, я меняюсь постоянно. Нет. Я же говорю, самая проблема в том, то, что когда ночь, бывают такие ночи с ясной луной, то, что я вообще человеком не могу стать, вообще, вы понимаете? И что мне делать в такие ночи, сидеть дома все время? Мне кажется, что... А может быть, в лабораторию сходим? У меня там зельки есть. Но сейчас сходим. Вся надежда на тебя похожа. Друзья, в общем, как-то так у нас сегодня получилось. Я настоящий оборотень, который может превращаться и туда, и обратно. Ну, а на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.